Воскресный вечер танцевальный зал Центра культуры и молодежной политики был полон зрителей. С поздравительными словами выступили представители администрации и духовенства. Вот мы должны быть людьми, народом, семьями, которые готовы, если нужно, если Родина позовет, или просто рядом кто-то будет нуждаться, не оставаться равнодушными. Тогда это будет великая сила наша, которая будет множиться и крепнуть, и созидать наш народ действительно могучим и великим. Всех вас поздравляю с праздником! Зрителям дарили хорошее настроение творческие коллективы Центра культуры и молодежной политики, студия эстрадной песни «Ренессанс», ансамбли «Калибри», «Сударышки», «Вольная станица», хор «Ивушка». Благодаря многонациональности России у каждого есть уникальная возможность прикоснуться к культуре и искусству разных народов. И главное, что их объединяет, это любовь к родному дому, родине, которая воспета в песнях и стихах. Праздничный вечер оставил у десногорцев только положительные эмоции. Хороший концерт, я очень довольная. Конечно, почаще надо такие мероприятия, честно скажу. Это повод, чтобы немножко осмыслить свою жизнь, объяснить моим детям, что все-таки мы должны быть патриотичны к родине, вот. Дружны и толерантны, можно сказать, к другим народам. Завершился праздник чаепитием и зажигательными танцами. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.